на этой неделе дети выступали на очень крупном турнире в Румынии. Он называется турнир Академия Детеннис Херастру. Дети выступили все очень хорошо. Все добрались четверо до четвертьфинала. Участвовали Маринов Александр, Казмалы Владимир, Николай Кырма и Гаргалык Игорь. Все дети попали в четвертьфинал, как я сказал. Один из них пробился дальше. Это Игорь Гаргалык, который в очень красивой, зрелищной, яркой игре, но проиграл первому сеянному мальчику на турнире. Игра длилась более 3 часов. Игорь выложился на 100%, но, к сожалению, этого не хватило для победы.